Приветствую вас, дорогой друг, и хочу, чтобы вы очень внимательно посмотрели это видео, потому что если вас интересует, где брать людей, ваш партнерский бизнес, где брать партнеров, клиентов, вашу партнерскую программу или в инфобизнес, то это видео вам может очень помочь упростить и сократить огромное количество часов и, возможно, даже лет в поисках эффективного инструмента по получению партнеров, клиентов, подписчиков в ваш бизнес. Итак, ни для кого не секрет уже, что в интернете миллионы и миллионы людей находятся одновременно, и буквально до них можно дотянуться с помощью клавиатуры или мышки, сидя перед компьютером, и донести до них идею. Но особенно для новичков очень мучительный вопрос, как это сделать, где найти, куда выйти, на какой сайт или в какую программу, так скажем, попасть, чтобы найти этих людей, и чтобы это были именно целевые люди, которые не будут считать вас спамером, не будут считать вас назойливой какой-то мухой, которая прилетела и портит им времяпровождение, а получить именно вашу целевую. Если вы занимаетесь бизнесом, то вам должны попадаться именно те люди, которые интересуются заработком в интернет, допустим. Это будет ваша целевая аудитория. Так как же найти ее быстро, буквально за 2-3 клика мышки, за несколько манипуляций на клавиатуре? Именно этому посвящено это видео. И раз вы уже в интернете находитесь, то вы уже наверняка знакомы с социальными сетями, где находятся миллионы людей, и с каждым днем количество участников, количество пользователей социальных сетей, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и так далее, увеличивается огромными темпами. Тысячи и миллионы людей заходят, присоединяются к этим социальным сетям. Именно как находить в социальных сетях вашу целевую аудиторию, пойдет речь. Посмотрите очень внимательно это видео, и если на любом этапе у вас возникнут вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к тому человеку, который передал вам это видео, и координаты вы можете найти на страничке с этим видео, именно скайп-координаты. Выходите смело в скайп, задавайте вопросы этому человеку, консультируйтесь, если у вас возник вопрос. Оно вам облегчит вашу жизнь в интернет-бизнесе, и действительно такого еще не было. Это самое шикарное предложение этого года, причем это самое новое, то, что только-только появилось в интернете, то, что дает очень мощные результаты, позволяет получать партнеров в ваш бизнес, если это партнерский бизнес. Смотрите это видео. Так вот, эта информация в моем видеообзоре как раз для вас. Досмотрите это видео до конца, и вы увидите всю ценность этой информации. Опробуйте сами эффективность инструмента, увеличивающего в разы скорость вашей работы и отсеивающий ненужное телодвижение при работе с привлечением партнеров и клиентов в ваш бизнес. Однако, прежде чем мы перейдем к подробному изучению и рассмотрению инструмента, давайте разберемся, что важно не только самому разобраться быстро с инструментами, но и чтобы ваши коллеги и партнеры дублицировали, делали то, что сделали вы, просто на раз, быстро и легко, даже если эти партнеры новички в этом деле, или как их называют еще полный чайник. То есть только в этом случае, особенно если вы занимаетесь сетевым маркетингом и даже инфобизнесом, вы сможете в разы увеличить ваш бизнес, точнее сказать, скорость вашего бизнеса. Сейчас очень популярны социальные сети у интернет-бизнесменов. Именно через социальные сети идет лавина партнеров и клиентов в бизнес. И это не удивительно, так как все сейчас сидят в социальных сетях, и лучшего места для привлечения партнеров и клиентов к вашему бизнесу просто не найти. Однако встает вопрос, как найти заинтересованных в огромной многочисленной массе, многомиллионной массе заинтересованных людей, тех, кто горит этой идеей и готов к действиям? Как отделить тех, кто только пришел, от тех, кто уже поменял приоритеты и переключился на другие задачи? А решение для такой непростой задачи есть. И довольно-таки очень простое. Давайте пройдем и посмотрим, как это происходит с помощью небольшого приложения для браузера Google Chrome. Эта программа называется InSocial. Она разработана сервисом InWeb24 и интегрируется одной кнопкой как приложение в браузер Google Chrome и заточена для работы в социальной сети ВКонтакте.
нажимаем кнопку «Войти». Появляется несложная менюшка, где нам предлагается поиск групп для отслеживания, список отслеживаемых групп, ну и, конечно же, перед выходом нажать кнопку «Выход». В чем же суть этой программы? Суть программы в том, что задавая поиск групп, вы находите группы, которые отвечают вашим требованиям, то есть MLM, бизнес, бизнес дома, работа дома и так далее. То есть вы ищете те группы и находите там людей, которые только-только пришли в эту группу. То есть эти люди, именно этим людям как раз и нужна информация по бизнесу. Именно им нужно то, чтобы было, являлось толчком в их бизнесе. Итак, давайте пройдем и посмотрим на примере, как это выглядит. Нажимаем на кнопку «Поиск групп» для отслеживания. Вводим поисковую фразу, к примеру, «бизнес». Здесь вы можете задать это количество пользователей, скорость роста и так далее. В нашем случае нас интересуют пользователи. Нажимаете кнопку «Найти». И вот видите, он мне нашел 55 797 групп буквально за секунду. Что же мы делаем дальше? Обратите внимание, сколько участников группы. 138 тысяч, 357 тысяч. 115 тысяч. Давайте начнем и зададим параметры нашей программы. То есть нажимая на группу, мы нажимаем «Начать отслеживать». Выбираем другую «Начать отслеживать». Нажимаем третью группу «Начать отслеживать эту группу». Итак, я не буду выбирать много групп, трех групп нам будет достаточно. И сейчас нам нужно задать фильтр на то, чтобы отсеять новых пользователей от старых. Возвращаемся назад, нажимаем на список отслеживаемых групп, которые мы только что задали. Идет построение. Программа отследила нам две группы и показывает, что в одной группе 100 новых участников, в другой 86 новых участников. Давайте же создадим еще фильтр непосредственно для отсева участников. По каким же критериям? В данном случае установлено 2 дня. Я же хочу, чтобы отсортировало, к примеру, за 24 часа. Пол мне не важен. Возраст, конечно же, 18 в бизнес будет маловато, поэтому критерии я выставил от 23 и до бесконечности. И указал упорядочить группы по количеству новых пользователей. Вы можете установить город и выбрать свой город, тогда вам выдадут все данные непосредственно по вашему городу участников в этой группе. Однако мой бизнес не подразумевает привязку к какому-то городу. Мой бизнес можно продвигать через интернет в любой стране, в любом городе. Поэтому я оставляю эту графу пустой. Нажимаю «Сохранить», и идет отслеживание тех людей именно за 24 часа, тех людей, которые поступили в эту группу. Итак, произошел отсев за 24 часа, и мы видим, что количество участников теперь стало 60 и 37. Переходим и начинаем работать непосредственно с целевой аудиторией, непосредственно с теми людьми, которые пришли только-только за информацией. Не прошло еще и суток. Мы видим, что 60 новых участников. Вы можете посмотреть здесь всех участников или вообще прекратить отслеживание группы. В нашем случае мы нажимаем «Нашим новых участников». Прошло построение списка новых участников. Мы видим возраст, имя, фамилию. И здесь мы можем перейти непосредственно к каждому участнику. Мы видим, что человек адекватен, нормален, хорошо выглядит. И мы ему отправляем запрос для добавления в друзья. Заявка отправлена, закрываем окно, пишем приглашение, то есть пишем, так скажем, первое наше приветствие для знакомства. И отправляем это сообщение. Точно так же мы можем сделать и с другим участником. В данном случае у некоторых контактов в сети, в социальной сети ВКонтакте, нет возможности сразу отправить сообщение. Поэтому мы просто отправляем человеку запрос в друзья. И вот таким образом вы можете очень быстро, передвигаясь по списку, добавлять и отправлять сообщения новым людям, которые интересуются бизнесом в сети, и делать им свои запросы. Однако это не все. Мы всегда можем перейти прямо из этой программы и открыть человека, страницу человека ВКонтакте, посмотреть, чем он занимается, где живет, чем дышит и чем увлекается. За это отвечает вот вверху кнопочка ВКонтакте. Вы также можете переключаться вверху несложной менюшки между программой и социальной сетью ВКонтакте, посмотреть на те сообщения, которые вам ответили. Как видите, с помощью этой программы, тратя 15 минут в день, я делаю кучу запросов.
друзья просто валятся. А вы знаете, что друзья в социальной сети – это ваши продажи. Причем новые друзья, новые запросы. И как видите, у меня очень быстро идет работа. Я поделюсь своим успехом. И за первые 15 минут использования программы, когда я ее только включил, я совершил в этот день 5 продаж только из социальной сети ВКонтакте. Здорово, не правда ли? И сообщения поступают и поступают. Так вот, дорогие друзья, вот такой несложный функционал программы и вот такое приложение обеспечит вам лавину целевых заинтересованных партнеров и клиентов в ваш бизнес. Я думаю, что у вас сейчас возник вопрос, а сколько же стоит эта программа? Данная программа стоит всего $8 или 250 рублей в месяц. Как и эту программу, так и другие программы для ведения бизнеса вы на сервисе InWeb24 можете заполучить совершенно бесплатно. Однако это совершенно другая тема к разговору. И если кому-то интересно, обратитесь к человеку, который дал вам это видео. Я вас поздравляю, вы знакомы теперь с этим мощным инструментом для получения ускорения в разы вашего бизнеса в интернете. И если вас заинтересовал этот инструмент для того, чтобы увеличить и получить партнеров, клиентов в ваш бизнес, тогда прямо сейчас, не медлите, обращайтесь к человеку, который вам дал это видео. Скайп-контакт вы найдете на этой странице. Задавайте все интересующие вопросы. А также можете прямо сейчас перейти по ссылке, которая также есть рядом с этим видео, и заполучить этот мощнейший инструмент к себе в распоряжение. Если вы обратитесь к человеку, который дал вам видео, он вам объяснит и расскажет, как вы можете совершенно бесплатно пользоваться этим инструментом и также заполучить в свое распоряжение еще 5 мощнейших инструментов, в том числе инструмент видеомаркетинга, который будет привлекать к вам сотни, а может быть даже тысячи посетителей на вашей странице. Ну что ж, действуйте прямо сейчас, обращайтесь и ускоряйте ваш бизнес в разы.